видеонарезку. А я всегда хотел обмениваться кодовыми словами на пит-стопе. Бык-бык, это папа Мишка, шасси фазе 6. А я всегда хотел увидеть, как машины летят прямо в стену. Мотор горит! Бен, это же не автобойня, а рейс в поддержку вымирающих животных. Ну, я приют не понимаю, вымирающих почему мы тут животных. Не быть взрывом? Кевин, что он тут делает? Опять? Мы же только вчера его видели, в Боливии. Ах, было время. Надо остановить его, чтобы он не замышлял. Кевин! Привет, глупый глупец. Недавно виделись. Вчера в Боливии было дело. Что ты задумал насчет этих животных? Ты просто параноик. Ничего не задумал. Вот так. Из-за чего на этот раз? Потом поиграешь с Беном. Надо закончить тюнинг. Вин Этанол? Как вы познакомились с Кевином? Что это ты делаешь с моим мотором? Окраду его. Зато честно, я это уважаю. Кевин отлично разбирается в машинах, но ему все же еще есть чему поучиться. Будет жалко, если такой талант пропадет даром. Ага. Увидимся, глупыш. Бен, ты как? Я не верю. Вин же хотел начать все сначала и стать героем. А Кевин опять его испортит. Если Вин хочет стать хорошим, он должен взять меня под крыло, чтобы именно я поехал с ним. Что? Во, стой, Бен. Лучше быть молодцом, чем иметь крутую машину. К тому же Вин преступник. Дедушка, а вдруг у них что-нибудь получится? То есть плодотворный союз. Бен, ты не дул? Ушел. Учись. Покупаешь максимально мощную машину, и все думают, что ты крутой. Вин, а можно вас ненадолго? Уйди отсюда, Теннисон! Ты не видишь, мы готовимся к заезду. Иди к своей миленькой семейке и не суй сюда нос. Нет, семейные ребята нам не нужны. Почему готовитесь? У тебя же нет машины, Кевин. Ха, ты так уверен? Что ты... что? Уверен, что ты меня завидуешь. Ого, вот это супер. Я тоже так могу. Вернее, я тоже так мог. На твоем месте я бы такое не упускал. Гонщики, прошу всех к старту. Нам пора. Вас понял, Вин. Не скучай, малыш. Мы будем спасать животных. Но не в этом дело. Ладно, Кевин, тебе крышка. Скоро начало. Гонщики на стартовые позиции. Разрешите пройти. Бен, что ты? Прости, есть проблема. И что? А мне что делать? Рад видеть тебя в команде пит-стоперов. Да, спасибо. Все нормально, Гвен. Я на автопилоте, помнишь? Да, но тут дело в принципе. Нет времени на принципы. Посмотри на большой экран. Далеко ли я от Кевина? Благотворительный заезд. Далеко. Ах ты, Лич, надо ехать быстрее. Прости, Бен, у меня нет инстинкта убийцы. А у некоторых из пришельцев есть. Запомни, не пиши за рулем смс-ки. Ха, Вин, я не могу, потому что я машина. Вы, дети, намного способны. А? Что такое? Эй, Вин, как тебе машина? В ней, наверное, миллиард лошадиных сил. Твоя машина слишком агрессивна для благотворительного рейса. Ах, это повышенная безопасность. Какой смысл в крутой машине, если ты не можешь ничего сделать? Что ты творишь? Делаю все поинтереснее. Что ты сделал с моей машиной?